Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін 5-ші 10-шы маусым. Бұл Toyota Center Астана. Жүрілген клиптер. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня четверг, 10 июня. Это Toyota Center Астана. Машины с пробегом. Первая машина Toyota RAV4. Тут она рестайлинг. У нее две линзы. У нее поворотники на бамперах. И решетка радиатора уже немножко. К школе мы 2 литр жүрісі алпыс бір мың 500 километр. Коробка автомат 2014 жылғы. Багасы 9 350 000 тенге. 2014 года выпуска, объем двигателя 2 литра, пробег 61 500 километров. Коробка автомат, цена 9 350 000 тенге. Toyota Camry 5,5. Жылғы күш көлемі 2,5 литр, жүрісі 101 850 000 тенге, 850 километр. Коробка автомат, бағасы 12 400 000 тенге. 2017 года выпуска, объем двигателя 2,5 литра, пробег 101 850 километров. Коробка автомат, цена 12 400 000 тенге. Toyota Corolla. Екі мың он тоғызыншы жылғы, күш көлемі 1,6 литр, жүрісі 57 130 километр. Коробка вариатор, бағасы 9 550 000 тенге. 2019 года выпуска, объем двигателя 1,6 литров, пробег 57 130 километров. Коробка вариатор, цена 9 550 000 тенге. Это чья-то машина? Nissan. Қара металлик түсте. Екі мың оныншы жылғы, күш көлемі 1,6 литр, жүрісі 136 012 километр. КПП вариатор, бағасы 5 250 000 тенге. 2010 года выпуска, объем двигателя 1,6 литров, пробег 136 012 километров. АКПП, то есть трансмиссия вариатор, цена 5 250 000 тенге. Toyota Camry.
2012 жылғы күш көлемі 2,5 литр, жүрісі 214 380 километр. Коробка автомат, бағасы 8 350 000 теңге. 2012 года выпуска, объем двигателя 2,5 литров, пробег 214 380 километров. Цена, коробка автомат, цена 8 миллионов 350 тысяч тенге. Toyota Camry 50-ка. Екман 13 жылғы күш көлемі 2,5 литр, жүрісі 131 мың километр. Коробка автомат, бағасы 8 950 000 теңге. 2013 года выпуска, объем двигателя 2,5 литров, пробег 131 тысяча километров. Коробка автомат, цена 8 950 000 тенге. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Также высылать это видео друзьям. Бәріңіздерге көп рахмет. Лайк басуға және пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Каналға жазылыңдар. Және осы видеоны достарға жіберіңдер. Сау болыңыз. По поводу рекламы на канале своей машины можете обращаться по этому номеру WhatsApp. Звонки не принимаются. Можем обсудить цены и хронометраж ролика.